Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал вот такой вот Мерседес. Это Мерседес в кузове W212 2009 года выпуска. Автомобиль европеец. Машина приехала к нам сегодня из Гомеля. Проблема владельца была в следующем. Владелец имеет два чип-ключа зажигания. И любым ключом происходило все то же самое. Дистанционно машина открывается, закрывается с ключа. Одним ключом и вторым. Но когда владелец вставлял ключ в замок зажигания, проворачивал, машина не заводилась. То есть не срабатывал блокиратор. Сейчас он, слышно, вот срабатывает. Жить такое происходит. У него не срабатывал блокиратор. И машина не заводилась. Но, может быть, на раз 50-й оно при повороте ключа включало зажигание, машина заводилась. И так было каждым ключом зажигания. Проблема могла быть и в блокираторе, и в замке зажигания. Но так как владелец ездил с такой проблемой неделю, то, скорее всего, эта проблема была замка зажигания. По приезду к нам в Минск мы приговорили вот этот вот замок зажигания. Это замок зажигания от 212 кузова. То есть проблема с контактной группой в этом замке зажигания. То есть замок зажигания не видит положение ключа. То есть неверно определяет положение ключа. Что мы сделали? Мы разобрали здесь вот и заменили замок зажигания на аналогичный с меньшим пробегом. Теперь любым ключом машина заводится. Что одним, что другим. Если у вас проблема с ключами зажигания и замками на Mercedes, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать замок зажигания, либо ключ, либо вы потеряли все чип-ключи, то можете обращаться в нашу компанию Akibai. Мы вам поможем. Также, если у вас коробка переключения передач именно не как здесь, между сиденьями, а на руле, то тогда также мы можем заменить замок. То есть там тоже есть неисправность по замку зажигания. Она проявляется в следующем. Когда вы едете на небольшой скорости, 10-15 метров в час, машина резко тормозит и становится в паркинг. Это проблема замка зажигания. Она также решается заменой замка. Если что, компания Akibai, обращайтесь.